Дурная привычка стала причиной трагедии. В поселке Атлян в собственном доме заживо сгорела пенсионерка. Почему она не смогла выбраться из горящего дома? Мы побывали на месте трагедии и пообщались с очевидцами. Зарево пожара соседи пенсионерки по улице Центральной увидели рано утром в воскресенье. Горел жилой трехквартирный дом. На вызов немедленно прибыли три автоцистерны. Во время разведки в доме огнеборцы обнаружили тело женщины. Выяснилось, что это хозяйка жилья 51-го года рождения. Было задымление, дымилась крыша, дом дымился. И когда они вовнутрь зашли, приехал еще МЧС с мясом. Но была пожилая женщина, она угарным газом задохнулась. Обычно решетки ставят от злоумышленников, чтобы те не пробрались внутрь. Но в этот раз беда случилась в самом доме. И решетки сыграли роковую роль, не позволив женщине выбраться из горящего здания. Огонь уничтожил внутреннюю отделку стен и потолка. Сгорели все вещи и мебель. Повреждена огнем и стена, расположенная рядом квартиры. Теперь соседи собирают справки для возмещения ущерба. У нас вся середина, вот где перегородка, она вся сгорела. Естественно, все ее залили, все окна перебили, все это пожарники, все там, все расколоти. Непригодное уже для жилья. Мы сейчас вот сегодня ездила, я в администрацию ездила. Мне нужна вот сейчас справка. Очаг возгорания находился на кровати, поэтому специалисты не исключают, что пожар начался от непотушенной сигареты. Ведь погибшая была курильщицей и любила выпить. Местные жители рассказали, что она жила с мужем, но сейчас мужчина находится в Челябинской больнице на лечении, поэтому в момент пожара пенсионерка была одна.